В эфире телеканал АПС, информационная программа «Панорама Севера», в студии Лариса Истомина. Здравствуйте. Программа капитального ремонта многоквартирных домов, принятая правительством Архангельской области, в последнее время стала, пожалуй, самой обсуждаемой в регионе. Согласно этому документу, 75% жилфонда Архангельска будет отремонтировано через 30 с лишним лет. Однако городская власть смогла найти средства для ремонта тех домов, которые ждать уже не могут. Дом номер 30 по улице Мещерского принял Новоселов еще в 1955 году. И грядущий 60-летний юбилей он встретит обновленным. Специалисты управляющей компании проводят замену кровли, а также свайного основания. Около 60% свай на сегодняшний день уже поменено. Поменено уже частично кровля, трубы отремонтированы, печные. Где-то недели 2,5 остается работникам, чтобы окончить капитальный ремонт в полном объеме. Кстати, проведение капитального ремонта теперь зона ответственности регионального оператора, который пока фактически не приступил к работе. А согласно областной программе, дом номер 30 на улице Мещерского стоит в очереди на капремонт в 2032 году. Времени ждать, конечно, нет. И в этом году на выполнение неотложных работ мэрия Архангельска предусмотрела в городском бюджете более 100 миллионов рублей. Деньги предоставляются в форме субсидий управляющим организациям в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день договора заключены уже по 30 домам. В первую очередь средства направляются на капитальный ремонт тех домов, по которым уже имеются судебные решения. Из 30 домов, 4 работы уже завершены. Капремонт остальных муниципалитет продолжает. Адресами очередных работ станут улица Теснанова и улица Победы. Екатерина Грициенко, Артемий Заварзин, Олег Ширяев. Панорама Севера. Мэрия Архангельска занимается ремонтом и в учебных заведениях города. 1 сентября школы областного центра встретят ребят с новыми спортзалами, столовыми и, конечно, учебными классами. Сегодня наша съемочная группа побывала в 11 и 14 школах. Пока на отметке ноль, но скоро и прибор учета тепла, и сами сети будут готовы к большим нагрузкам. Как поясняет руководство 11-й школы, подготовка к зиме вышла на завершающую стадию. Осталось провести изоляцию теплоузла. Проведен также косметический ремонт в холле. Уложена плитка, покрашены лестницы. Готов принять школьников и обновленный спортзал. Ремонт идет уже к завершению. Ну, небольшие еще штрихи нам надо убрать. Я думаю, что в чистой и красивой школе, наверное, будет намного интереснее учиться и ребятам. Ждут ребят и в 14-й школе. И стены, и полы на первом этаже сегодня тоже в ожидании большого ремонта. Специалисты подрядной организации проводят работы на лестничных площадках, а также меняют металлические коммуникации на более современные пластиковые. В этом году за счет средств городского бюджета мы будем заменять часть окон в пристройке к нашему зданию, и приобрели мы материалы для ремонта пола первого этажа. На данный момент мы заканчиваем ремонт лестничных клеток. Не забыли в 14-й школе и о безопасности ребят. На смену старым здесь установят новые пожарные щиты. А 1 сентября педагоги проведут обязательный противопожарный инструктаж. Артемий Заварзин, Олег Ширяев, «Панорама Севера». В Архангельск с каждым днем прибывает все больше беженцев с Украины. Как их принимает наш город? Кто им помогает деньгами, продуктами? Какое предоставляет современное жилье? Рассказывает Артемий Заварзин. Еще месяц назад день рождения маленькой Сонечки отмечали всей семьей. Папа, мама, бабушки и дедушки. Все живут в украинском шахтерском городке Родинское, что в 40 минутах езды от Славянска. Уезжать из родного города Лена до последнего не хотела. Но война с каждым днем подходила все ближе и ближе к их дому. Они собирались ехать, хотели остаться дома с родными, но вот когда уже там, по-моему, 13 это июня произошло, обомбили город Доброполе, это очень рядом от нас находится, разбомбили овощную базу. Вот взрывы прям были очень громкие. Я испугалась, и за один день мы собрали вещи, мы сделали документ на вывоз ребенка со страны, с отцом это все согласовали, и мы поехали, в тот же день уехали. Сюда приехали, сразу нам предоставили помощь. И финансовую, и вот вещи предложили выбрать. В Архангельске Лена с Соней оказались, можно сказать, случайно. Их пригласила пенсионерка Светлана Сафронова, которая пару лет назад отдыхала вместе с Лениной мамой в пансионате Санкт-Петербурга. У Светланы обычная двухкомнатная квартира, скромный достаток и большое сердце. Равнодушной к беде наших украинских соседей она оставаться не могла. У Алены как раз квартира около блокпоста, она вот не сказала. И то есть вот ее мама за это именно и переживает, что прямо в квартире как раз слышны снаряды,
и танки в городе. То есть вот сейчас мы шли, танк под стеклом, Алена среагировала. Ну, то есть мы же идем, мы не реагируем на него. Она среагировала. Ну. На какой танк? А вот у Полярного-то под стеклом-то стоит. Да. И вертолет. Вот мы вчера гуляли по набережной, она вертолет увидела и тоже ее передернула. Необходимую одежду, обувь помогли подобрать в Архангельском отделении Красного Креста. Там же выдали небольшую материальную помощь – 3 500 рублей на каждого человека. Эта сумма равная стоимости минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в нашем регионе. Средства жертвуют жители Архангельска. Так, в присутствии нашей съемочной группы сотрудники Красного Креста вскрыли кассу с деньгами, накануне собранными на форуме «Команда-29». По купюрам мы считаем деньги, да, и считаем деньги по купюрам и фиксируем количество финансовых средств. Чуть больше 2000. Денег на помощь беженцам в Архангельске катастрофически не хватает. Собрано всего 31 тысяча рублей. Поэтому мы, конечно же, и ждем помощи, и ждем участия наших граждан в этой акции, потому что людям нужно помочь. Люди в этом очень нуждаются, потому что люди приезжают очень в тяжелом и в стрессовой ситуации. И они, конечно, им тяжело и морально, они приезжают абсолютно в чужие края, они приезжают в чем были одеты, в том и приходят к нам. И, конечно же, людям нужно помочь. Мы все одна семья, поэтому помощь очень-очень ждем. Всем архангелогородцам, готовым оказать помощь беженцам с Украины, можно обратиться в отделение Красного Креста по адресу набережная Северной Двины, 98. Там же ждут и украинцев, которые оказались в нашем городе и нуждаются в поддержке. Артемий Заварзин, Татьяна Горбик, Ольга Красулина, «Панорама Севера». Сегодня отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 18 веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. Мы спросили у архангелогородцев, что делает счастливой их семейную жизнь. Счастливую жизнь делают дети, конечно же, муж. Ну и что еще? У меня вот 4 детей, например. Я очень счастлива. Любовь, дружба, надежда на будущее. Вот это вот, наверное, самое главное. Должна быть любовь, уважение. Ну а что еще? Ведь на любви, наверное, все. Счастливую жизнь семейную делает взаимопонимание в семье и совместное воспитание детей. Взаимоотношения, доверие друг другу. Не знаю, любовь. Ну как, чтобы люди друг другу доверяли, относились по-хорошему, а там дальше все получится. Взаимопонимание, нежность. Но вообще, когда любят, это прекрасно. Делает семью счастливой любовь. Семейную жизнь делает счастливой, в первую очередь, я думаю, понимание друг другу. Дружеские отношения в семье, поддержка, умение уступать друг другу. Ну, конечно же, любовь, наверное. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. Вторая волна возгораний в лесах Поморья началась 3 июля. Тогда с воздуха был обнаружен лесной пожар в Лешуконском районе. Причиной возгорания стала гроза. 6 июля пожары возникли на территориях Березняковского и Северодвинского лесничеств. Их обнаружили сотрудники наземной лесной охраны. На сегодняшний день все возгорания в лесах области потушены. Напоминаем, что в лесах продолжает действовать особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах области зафиксировано 43 возгорания. 13 июля в музее Малые Карелы впервые состоится праздник Петров день. Это народное название православного праздника в честь святых апостолов Петра и Павла, совпадающего со славянским Ярилиным днем середины лета. Гостей музея ждут фольклорная этнографическая картинка «Гастьба на Петров день», праздничное шествие на сенокос с частушками, старинный обряд сенокоса. Также будут работать творческие мастерские. Начало праздника в 12 часов. В предстоящем хоккейном сезоне «Водник» отметит свое 90-летие. В связи с этим разработан целый план мероприятий по подготовке и празднованию юбилея архангельской команды. Одним из его первых пунктов стало проведение товарищеского матча по футболу с командой «Рома». Матч состоится 25 июля в 19 часов на стадионе «Труд». В акватории Северной Двины в районе островов Хабарка и Молодежный прошел заключительный этап первенства Архангельской области по парусному спорту. Участники соревнований желали друг другу попутного ветра. Парусный спорт – один из немногих видов, напрямую зависящих от погоды. В этот раз с главным двигателем яхты и ветром проблем не было. В акваторию Северной Двины под парусами вышло около 60 участников в возрасте от 11 до 18 лет из Архангельска, Северодвинска и Мончегорска.
Участники соревнований должны пройти через стартовую линию. После стартовой процедуры в дальнейшем они идут на, проходят первый, второй знак. И таким образом, делая три петли, приходят на финиш. То есть суть гонки в чем? То есть правильно стартовав, обойдя всю правильную дистанцию, участники должны финишировать первее всех. То есть кто сделает меньше всего ошибок, у того, значит, получится лучший результат. Как пел известный бард, служение стихии не терпит суеты. Так и здесь. Чтобы преодолеть дистанцию, необходима тщательная предварительная подготовка. Проверить и перепроверить техническое состояние и оснастку судна. Даниил из города Мончегорск занимается парусным спортом уже 7-й год. У юноши серьезные медальные амбиции. Но сейчас пока на 4-м месте, настроен решительно, надо выигрывать. Надо привести место в Мончегорск. Фаворит сегодняшней гонки и самый опытный участник состязаний – архангелогородец Роман Востряков. Он знает, что нужно сделать, чтобы победить. Годовая накатка должна быть хорошая очень со временем, чтобы был хороший опыт. И то, чтобы как-то приравнилась к тебе тактика, техника, чтобы это все в тебе осталось, чтобы можно было знать и понимать вообще, как работает ветер, как, где отход, где заход ветра. Куда нужно идти, в какую сторону, где подует, где не подует. И вот это все нужно рассчитывать на воде, течение. Все это должно находиться в гонщике. Продуманная тактика и безупречная техника привели Романа к победе. Серебро и бронза у его товарищей по клубу Максима Парахомчука и Сергея Бондаровца. Теперь архангельских яхтсменов ждет Двинская регата, которая стартует 10 июля. Инга Швецова, Сергей Минин, «Панорама Севера». Далее в выпуске информация о курсе валют на 9 июля. По данным Центробанка, на 9 июля доллар США 34 рубля 43 копейки, евро 46 рублей 81 копейка. И на сегодня это все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи на телеканале ПС. В Вельске 9 июля облачно с прояснениями, плюс 19-20. В Котласе переменная облачность, 17-18 градусов тепла. В Мирном в среду будет малооблачно, плюс 16-18. В Новодвинске ожидается ясная погода, плюс 11-15 градусов. В Архангельске 9 июля будет ясно, ветер северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11, днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти.